В Николаеве разгорелся скандал из-за работ по углублению дна в Бугском лимане. Неделю назад государственный порт начал углублять фарватер своей акватории. Куда сбрасывают ил и какими могут быть последствия, разбирался Кирилл Ющишин. Это причал одного из николаевских яхт-клубов. Пришвартованы частные яхты, здесь же детская спортивная школа. Вот уже две недели сюда сбрасывают ил, который поднимают со дна акватории морского порта. На фарватере яхт-клуба производится сброс грунта. Причем ни вправо, ни влево, а именно на фарватере. Ни одна из яхт уже на сегодняшний день, потому что ребята проходили на яхтах, замеряли глубины, они не позволяют им выходить из бухты. Из-за сброса мула уже произошел инцидент на воде, рассказывают спортсмены. Один из экипажей сел на мель, а судно, которое проводит углубление дна, вместо помощи еще и протаранило яхту. Несмотря на то, что у них были знаки, они предупреждали о том, что сидят на мели и не могут сдвинуться, их бортом ударили. После этого случая яхтсмены вышли на пикет к обл.администрации. Вся таблица Менделеева, все, что годами сливалось, сбрасывалось с судов, стоящих в порту, это вываливается туда. Так. Сейчас на пляже уже находиться невозможно от запаха. Портовики приостановили работы, но ненадолго. В администрации морских портов объяснять что-либо на камеру отказались, ограничились публикацией пресс-релиза на своем сайте. Дескать, на проведение работ имеет все разрешения. После того, как яхтсмены обвинили власти в бездействии, депутаты Николаевского городского совета созвали внеочередную сессию. Но портовики и их проигнорировали. Спортсмены снова устроили пикет. Единственное, что положительно, нам сейчас выдадут полный комплект документов, которые есть копии документов, которые есть у обл. Администрации, потому что не все документы на сегодняшний день доступны. Эти документы отдадут юристам, собираются готовить иск портовикам, чтобы через суд добиться прекращения работ по углублению дна. А тем временем земснаряд продолжает сваливать ил у берега. Даже несмотря на то, что это может уничтожить рыбу в лимане, ведь сейчас период нереста. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Николаев.